Ну что, друзья, приветствую всех на трансляции студии UCC. С вами Тол. И это матч между Юник и просто в рамках Bad CS Сезон 5. Уже пятый сезон. С вами будем смотреть сейчас. И это достаточно интересно. Турнир развивается, турнир проходит все дальше. И смотреть за ним становится все интереснее. То есть, у нас сейчас, как минимум, СНГ Дерби будет, что не так часто происходит в рамках ну, в рамках турниров, где европейские СНГ команды включены. Все-таки количественно европейских команд просто-напросто больше. Мы это все прекрасно понимаем. Ну, и здесь вот понаблюдать, особенно за таким вот противостоянием, будет достаточно интересно. Потому что что просто, что Team Unique, ну, толком еще не успели. Какие-то дивиденды, там, какие-то регалии получить. Но всегда вот где-то на грани. Вот Team Unique вроде как зажигаются, вроде как вот начинают играть, начинают побеждать. И потом что-то внезапно идет и так, немного спад. И так далее. Ну просто а состав вот такой тоже довольно интересный. Здесь и невероятно скилловые ребята есть, там по типу Екиндра, да, и Никельбэк тоже когда включается. Ну Димасика можно, наверное, тоже причислить. Ну а World edit и э, тот же Waylander, это парни с огромным опытом. Э, и на мажоры во флипсайт поездили и так далее. В общем, на самом деле этот матч, как по мне, это вот такие вот чистые 50 на 50... И даже сложно мне лично сказать, кто здесь будет фаворитом. За последнее время команды между собой играли, побеждали то одни, то другие этим составами. По-моему, только одно Best of 3 играли. А, насколько я помню, и вот тогда победили, как раз Team Unique 2 2.0. Но до этого побеждали точно так же просто. Там, по-моему, только Димасика не было, вместо него вроде тогда был клавич. В общем-то, одна замена, она кардинального какого-то значения, наверное, все-таки не имеет. Ну что, поехали. Я же вам, друзья, напомню, что сейчас от Вотбет проходит невероятный ладер. Куча призов от Apple, там и iPhone и все прочее. И плюс еще и 10 тысяч евро разыгрывается. Вы можете собой их между собой их разделить. Просто проходите по байнеру по трансляции, следуйте указаниям в чате, участвуйте в ладере. В общем-то, это по сути рейтинг беттеров на лодбете. Если вы будете одним из лучших, не, не обязательно быть лучшим, просто быть одним из лучших. И тогда у вас будут неплохие шансы забрать невероятные призы, дорогущие, крутейшие. И таким образом. Вам всем будут завидовать, а вы, помимо своих заработанных кровных денег, будете еще иметь какие-то гаджеты, ну либо же дополнительные деньги уже в вебриках. <связь> ну что, просто выигрывают на живой раунд, ну и соответственно на пике соперника начинать они будут на сильной стороне, просто будут играть в защите. Удачи командам, удачи друзья, вам э -э, с вашими ставками. Вообще интересно тоже на кого большинство именно зрителей наших поставил. Понятное дело, что здесь по коэффициентам определенно есть уклон в сторону просто. Но все-таки, опять же, напоминаю, вот не так давно на V-Play 2-0 победили именно Team Unique. Поэтому списывать тут их со счетов ни в коем случае нельзя. Так, и смотрим за баем. Интересно. Опять же, будут ли покупать киты просто, потому что такое, вот, вот, как раз-таки закупка без китов на пистолетном раунде на трейне в наше время это абсолютная норма. Хотя я, например, придерживаюсь мнения, что все-таки киты на трейне иметь стоит. Уэйлендер имеет осколочную гранату, смоук и флешку. А, ну, а тут без гранат играют Team Unique. При этом на зелень идет аж три игрока и киндер. Пока спрятался, тиммейты сейчас подойдут на поддержку, но уже не успеют. Просто продавили и киндера, и снесли, как не бывало. Есть, конечно, размен по Паше ножу от World Edit, но все-таки в обороне точки А возникла огромная брешь. Ох, как же отстреливает тут никельбэк Димасик. Но и остаются 2 в 2. Правда, Никель красный, у него 11 хп всего. Пытается размансовать всю эту ситуацию, чтобы тиммейт успел подойти к нему на подмогу. А никель пока за вагоном. Тиммейт тиммейт только с путей сейчас открывается. На старом пленте находится Уэйлендер, ну и пошел смещаться. Бомба стоит, напоминаю, китов нет, и Уэйлендер должен играть этот ретейк за какие-то там 30 секунд. Убив, ä, причем, двоих игроков, один на девятке, второй моментально, если что, сыграет под размен. Ну, и тут Уэйлендер, в принципе, знает, где находятся оба игрока атаки, но найти их пока не удается. Так, смог на бомбу, но ему не дадут здесь разлепать. 10 секунд, это просто невозможно. 2 кило от Зорта, 3 кило от Финвишеса. И вот таким вот образом Тим э Юник -э, берут раунд, который изначально у них не сдался. Напоминаю, Энтрифракта был вот э -э, просто. И далее, в принципе, они размены давали грамотные на точке А. Но вот вдвоем... Парни из Юник разобрались просто. Те, в свою очередь, делают форсбай. Появляется тут же два дигла. ЦЗ для Димасика. Ну и вот два скаута, это Никельбэк и World Edit. Выглядит достаточно интересно. При этом денег себе не оставляют вообще. Даже World Edit. Э -э -э Закупил себе, например, Армор первый. Вот и Кинтер оставил 350 долларов. Хотя смог тоже мог бы там появиться. Так, есть контакт, Финя просил немного. Но должны быть два фрага, да. Полты. Ваша нож находит свои минуса. В принципе, отгоняет игроков с зигзага, которые сейчас ничего не могут поделать. Просто разворачиваются и уходят под точку А. И где-то там зорты наверху находится, судя по всему, над ладером. Ждет, когда к ним придут. Потому что самому с СГ идти, искать соперников не имеет смысла. Ты можешь просто отдать им этот девайс. И обратите внимание на количество здоровья у игроков Team Unique. Они все просели. То есть там по 30 хп на трех игроках и 46 у Робина. Вот буквально чуть-чуть не хватило просто, как говорит мой коллега Заяц, фокуса по отдельным целям. То есть именно вот если бы весь этот урон сошелся на двух, например, трех игроках, то намного серьезнее были бы шансы у простой. Сейчас бы они гипотетически были бы 3 в 3. Давайте, может быть, вспомним, как у нас выглядит вообще мапвета. Ну, наверное, лучше пики вспомнить, потому что там первый бан уж особого значения не имеют. Они обычно у команд такие перманентные. Трейн, а, это пик э, Team Unique. Дальше просто пикнули Де Оверпас. Ну и все закончится на карте Де Вертига. И вот э, все три карты, по сути, для команд они играбельные. Кто-то какую-то карту играет намного больше, но у соперника на ней выше минрейт. Трей, например, э, тот же яркий пример тому. Ну и наоборот дальше идет. И, в общем-то, честно, не люблю Вертига. Не хотелось бы его видеть э, в рамках СНГ дерби в особенности. То есть, например, между бразильцами посмотреть его можно, потому что они играют его быстро, и смотреть Вертига становится интересно. Так-то в целом это... Эту карту, довольно своеобразную, не всегда бывает захватывающе наблюдать. Но, в целом, почему бы и нет. Кто знает, возможно, команда нам сегодня продемонстрирует что-то сверхъестественное на данной арене. Но тут, в свою очередь, есть два фраги, как и в прошлом раунде. Смаков. Смака Паши Ножа, если быть точным. И Киндера прочитали в спине, забрали. Ну и остается только World Edit и Waylander. То самое звено, которое я, как опытное, описывал в самом старте данной трансляции. Посмотрим, как они будут справляться с... Ну, наверное, с тем, чтобы дать пару киллов. Потому что тут, на самом деле, на взятие раунда рассчитывать-то и не стоит. Ах, как же близок был World Edit к тому, чтобы дать этот минус. Но не удалось. И остается только Уэйлендер. В принципе, он пытается обойти соперника в спину. Там, кстати говоря, должен быть какой-то пистолет опасный. Там, по-моему, дигл какой-нибудь. Да, вот он. Но воспользоваться этим диглом, а возможно даже подобрать его, не дал Феня. Есть моментальный минус. Ну, и Феня сам этот дигл, конечно, не забрал, но в целом-то и не страшно. Посмотрим повторы того, как Паша Нож разбирался на точке Б с, с соперниками. В принципе, тут э, ничего сверхъестественного не было. Э, имея маг на руках на антиэкономическом раунде, ты, конечно, обладаешь действительно серьезной мощью. У тебя есть армор, ты можешь просто продавить оборону на одной из точек, а Тима и уже справится с остальным. Ну что, смотрим, как э, закупается простой. Это 2 АВП, это 3 М4А4. Э, при этом киты есть у Уэйлендера, но по гранатам действительно довольно скудно все. Ворлд Диджи играет без армора. Что, конечно, на авике может и не сыграть свою какую-то роль, но вполне вероятно, какая-нибудь граната или какой-нибудь спрей там с того же мака от паши ножа может его похоронить намного быстрее. Так, ну и 4А играют просто в обороне. На точке Б остается только один Wailдер. Опыта в обороне точки Б на трене у него, я не знаю, просто, ну, действительно много. Невероятно много сколько помню игры Уэйлендера еще с команды Питер, я вот помню его на точке Б на трейне. Как вот соло исполнителя. Но сейчас ему помогает World of Смотрим за приемкой этого планта. Возможно, это даже какая-то э -э фейковая раскидка, потому что еще пода есть игроки. Не торопятся Тим Юник выходить. Хотят развести соперника на гранаты. Зорту нашел минус по World of Это была подсадка. На котлах. Отсадка на катвах не часто работает. Я бы даже сказал, крайне редко работает. Но это именно тот раунд. Есть, конечно, размен Никельбека. Правда, погибает тот же Ах, практически получилось у Фени дать минус по Никелю. Но все-таки фрага нет. И Киндер стянулся под Б. На Б сейчас находится только он один. У него нет ни единой гранаты. Ну и шансов на то, чтобы дать достаточное количество фрагов на этой точке тоже довольно мало. Моментальный минус от Димасика. Забрал он Феню в спину. Но тут нашли. ох как же не пошло у Паши ножа. И Киндер на развороте забирает Пашу. Ну и нужно выполнять этот ретейк. У Уэллендера были киты. Они лежат где-то по пути в этом ретейке. У вас всего два соперника. Да, есть только одна флешка, но все же нужно пытаться. Пол тем временем слышит соперников, обходит спину. Минус и киндер знает, что где-то здесь за коричневым есть еще один оппонент. Пол находит второй минус. Прячется, но бомба стоит не под него. Просто сидится на диффуз Демасик. у него есть диффуз киты и он успевает буквально за доли секунды до того, как Пол пришел к нему, а раздефьюзит эту бомбу. Просто берут первый же девайсный раунд, но на тоненького, и погибают все. Соответственно, денег у них будет сейчас намного меньше, чем у соперника, и бай будет реально хуже. Было очень близко. Но Димасик просто вот на характере, на волюшке. Он знал, что успеет. Просто чел не добежит. Вот и все. МП-9 эм, в итоге у Никельбека, два Фомаса. А, два даже МП-9, два Фомаса, и Димасик играет с Эмкой. Ну, а тут, понятное дело, что бай в топовые девайсы, единственное, что нет АВП, но это абсолютно какое-то выверенное решение от uh, Unique, потому что, ну, деньги на были. Моментальный минус по дематику, тут же падает никельбэк, все, остается втроем просто Вот так вот, рассыпались на ровном месте, ничего не успели поделать, слишком быстрым оказался этот выход Есть, конечно, размен позор, ты даже и киндер может сейчас найти Робина Робин, флешка в лицо пролетела, и он не успевает отреагировать на Екиндера. киндера Тот первый попадает в голову, далее дорабатывает тело Ну и вот остались три в три уже коллективы, несмотря на два отличных интерфрага от Зорта и Робина Так, слушать передвижение соперника и киндер. И по рации сообщает тиммейтам. Они бегут на Б. Я слышал инфа сотка. Но в этот же момент смог прилетает ему на зелень. Это заставляет его немножко замешкаться. А что же происходит? Возможно, тут кто-то сплитовать будет через пути, через старый план. Давайте посмотрим. Эм, как раз таки сможет ли он принять там проходящего Финвишеса. Ну и смогут ли как раз таки два игрока Юник выйти на точку Б. Пытается -то берстами работать Уэллендер не выходит у него, потому что Полт нагрянул сверху. Ну и знает Пол, где находится. Еще один оппонент, еще один опорник. Ваша нож падает. Так, падает также Полт. Есть размен от Фени, но он остается 1 на 1 против и, Киндера. и Киндер просто бежит. И Киндер выход. На перестрелку с Финвишесом оказался для него фатальным. Два кило от Фени под занавес раунда. И очередной раунд для Тимминик. При этом... Ну, денег у просто реально мало. Немного порезали им вот этот бонус. За проигранные раунды. Ну, Тиминик на своем пике пока начинают не просто за здравие, а чуть ли не идеально. То есть, первую серию раундов забрали, потом один отдали, но моментально они взяли следующий, оставили соперника без денег. Сейчас просто, как мы видим, закупаются в куче деглов. 5-7 появляется для Уэйлендера. Ну и пара арморов. На этом все. Смок, Зорта постепенно продвигается под все это дело. Там не самый успешный осколочно полетел. Паша Нож слегка пострадал, но ничего критичного. Паша Нож так играет на маке и первым номером продвигается. Так, есть контакт. Забрали. У Дита падает Никельбэк. Укрепление пода в очередной раз не срабатывает. Так, Робин. Поздно замечает соперника. Но, тем не менее... Так, и Киндер находит минус по Фене, но до девайса ему добраться, видимо, не светит. Выходит на зелень. Здесь стреляться соперниками, которые вышли на точку А, погибает. Отняли только одну пушку. Тимюник Ну и, в принципе... Да, конечно, это лучше, чем ничего. Но все-таки этого недостаточно. И 5-1. Тимюник уже взяли вот... Э, такое дефолтное достаточное количество раундов на трене за атаку. И... Э, этот счет нам говорит только об одном. Скорее всего, возьмут даже больше. То есть... Э, при счете 5-1. Даже если сейчас просто начнут набирать раунд за раундом, маловероятно, что Тим Юник где-то там в промежутках не возьмут еще парочку. Но это ни в коем случае не гарантирует им победу на этой карте. Им еще очень много работы впереди судит. А, данная игра, Зорта находит интерфраг по World Duty, который изделие не открылся, правда сгорает, тут же Зорта, да ладно, успевает тиммейт потушить буквально в последний момент, тут же не самая успешная перестрелка от Димы, в апдауне падает Екиндер, и и это, по-моему... Ну, тут должна быть пауза. На месте Team Unique я бы просто сейчас со всей силы бил по кнопке F1. После предложения там тренера или капитана о паузе. Потому что... Ну, это, конечно же, на сервере не так происходит. Понятное дело, что это все в чате пишется команда. Но ну, вы поняли, о чем я говорю. А, потому что тут э, все идет под откос. Их поезд действительно идет под откос. Это не был какой-то сложный раунд от а Team Unique, они просто в очередной раз сыграли быстро, на плюс В вышли под пару флешек и штуки три смока, и легкие фраги давали, просто даже отреагировать не успевали. Вы видели, там два или даже три игрока погибли на свиче девайсов в попытке сменить позицию. Есть контакт, нашли Уэйлендера, не выиграл, конечно, перестрелку Фини, но все-таки пробил соперника знатно. С другой же стороны, остальные игроки Unique не пойдут его искать, у них довольно мало... ХП? И значит, мало шансов на то, чтобы выбить этот девайс. Да и, с другой стороны, пусть сейвет просто одну эмку. Ничего страшного, у нас вообще все карты на руках. Н да, ну, тут все плохо. Лубет, made for live betting. Ролик как бы тонко нам намекает о том, что не стоит забывать, что камбэк всегда возможен. Какая бы ситуация плачевная ни была, если где-то повезет, если где-то ты прочитаешь оппонента, все может быть. Тем более, что на лобблете можно ставить в лайве. Да, но вот э, пока не наклевывается вообще никаких шансов для простой. И тот раунд, который они забрали, они могли его проиграть в каждом из моментов. Напоминаю, они погибли тогда всем составом зорта. Не успевает фликом забрать оппонента. Но сам немного просел. Есть попытка повторного пика, но Авик уже реализовать ему не удается здесь. Так, и вот так вот пушит на уверенности и Киндер. А, а что здесь еще делать? Неуверенно играть уже непозволительно. Все, заняли сотню просто. Если загляну, даже могут минус дать. Минус и Киндер. Ну и Димасику сейчас прилетит. Ах, не удалось Робину дать. Моли грамотно. Ну, пытается он его пробивать. Там попал одним патроном опять хп. Но вы сами понимаете, что СГ идеально прошивает, конечно, арморы соперника. Но те же стены прошивает она далеко не так идеально. Ну и вот пока вырисовывается... Выход все-таки на точку А. Как по мне. Вот атаки. Посмотрим за действиями от Полта. Пока выглядит так, как будто он просто привлекает к себе внимание. Контролирует там любые поджимы из-под Б. Вот смог дал для того, чтобы повлиять на действия оппонента. То бишь привлечь их на эту сторону. Именно под Б. Так, услышал. тут вот, там передвижение. Я решил прочекать, никто ли там не собирает какие-то разведданные. Выход на точку А уже состоялся, по сути. Сейчас можно будет ставить бомбу. Полджи, в свою очередь, находит первый минус, но ему нужно отступать. 6 хп, его должны забрать. Не успевает Ворудид подцепить соперника, но тут Димасик, Димасик, ЦЗ добирает все-таки полта. Есть также минус по Робину. И, слушайте, ребята, это 3 в 3, и киты есть у Вейлендера. Ну что, попытка взятия раунда? Должна быть попытка, но Вейлендера забирают вместе с его китами, а два тиммейта в апдауне ничего не могут поделать. Выйти из смока ну, практически равноценно смерти. Ну и это, видимо, должен будет сейф быть. Вот uh, просто. Седьмой для Team Unique. Я по-прежнему реквестирую паузу. Потому что, мне кажется... Ну, в любом случае должно быть что-то, что можно обсудить просто. Не бывает такого, что ты летишь со счетом 7-1 и ты как вот эта собачка в меме, когда все горит вокруг, а она такая, it's fine. Нет. Ничего нормального в этом нет тут действительно нужно что-то пытаться изобрести. И, как мы видим, паузу действительно ставят парни из просто. Даже если в тактическом плане никаких там подсказок, наблюдений, ничего они могут друг другу там вещать игроки, ничего в голову просто не пришло, то все-таки, как минимум, в моральном плане, для того, чтобы перевести дух, для того, чтобы сбить темп сопернику. Вы эти фразы слышали многократно, и я обеими руками за. Это обязательно нужно делать. Пауза, покуда она есть, должна быть установлена. Счет пока действительно немножечко расстраивающий. Да, это пик Team Unique. Но не стоит забывать, что просто на этой же карте имеют вполне себе неплохой винрейт. 50% и аж 14 сыгранных трейнов за последние 3 месяца. Ну, то есть, как количественно эта карта ну, где-то в топе у них. Сразу же после э, Оверпасса и Даста идет. Но посмотрим... Затем, что они сейчас нашифруют. Есть деньги на бай АВП. Даже 2 АВП могут себе купить, если есть такая необходимость вообще. С АК-47 пока Димасик. 2 МК у тиммейтов. Может быть, что-то поменяется. Кому-то отдадут этот калаш. Например, Уэйлендеру, покуда он один играет на Б частенько. Мне кажется, отдать ему АК-47 было бы неплохой затея Хотя, с другой стороны, Димасик играет в апдауне. И снизу вверх, через вот эту железку, через которую к тебе террористы заглядывают, простреливать с калаша намного приятнее. Поэтому Димасику тоже ави... калаш... Он будет достаточно комфортен. Да. Ну и пауза что-то подзатянулась. Я крайне сомневаюсь, что это какая-то техническая пауза. Скорее всего, просто действительно как-то жестко диктовывают там. Ребята, из просто. Что же будет дальше? Пошел обратный отсчет. Поехал раунд. Ах, так. Так. Все нормально. Работает. Работает. А, АВП ВП в количестве одна единица появляется для коллектива просто. Решили не брать авик теперь на никельбеке, как они это делали ранее. Димасик играют в упоре пока за синим. Ну и за спиной у него есть World Did, который, если что, может прямо сейчас смог бахнуть и найти минус. Но и Киндер находит фраг, также делает и Димасик. И World Did все-таки находит Зорта. Все, моментально, буквально за какие-то пару секунд остается вдвоем. Тим Юник, какой же жесткий World Did. После первого же патрона от Паши Ножа выключает его моментально. Полк выпрыгивает на точку Б. И это раунд без потерь для просто. То есть, вы понимаете, они единственный раунд, который брали до этого, они потеряли там всех игроков. Тут раунд без потерь. Вот так вот, сразу же после паузы. Да, понятное дело, что, возможно, пауза здесь какой-то ключевой роли не сыграла. Возможно. Но, с другой стороны, мы видели Димасика в упоре. Играли против быстрого выхода. Как раз просто законтрили первых трех игроков. Все. Дальше уже двух оставшихся отстрелили по всей карте. То есть, поняли, что быстро нельзя сопернику давать де э действовать, иначе ну, ничего с ними далее не поделать. Вот коэффициенты, кстати, в лаве. Ну, 3.4 вполне себе справедливо, если учитывать, как сейчас все продвигается на карте Дэ Так, ну и распределяются по карте достаточно широко. Юник. Обратите внимание, как Якиндер занимает позицию на зелени там. За мусоркой. И если его фени не прочитает, то это будет очень странно. Позиция абсолютно читаемая. Есть контакт, но под флешку. Здесь выходил Феня и просто не успел сориентироваться. Усп... Ну, он чекал правый угол. И Киндер оказался слева. Тут уж ничего не попишешь. И остаются теперь в меньшинстве. Тимюник, но в четвером, в принципе, атаку на трейне тоже можно очень грамотно построить. 3А, 2Б. При ситуации в большинстве оборона может себе позволять такую расстановку без каких-либо трудностей. То есть три игрока на точке А должны будут, если уж не принять точку, то в попытках этой самой приемки дать ключевые фраги. Два-три фраги, и оставить там, одного игрока атаки, которого уже могут выбить их тиммейты с точки Б. При этом позиции возле мейна занимают два игрока. Коллектива простой, в апдауне находится Димасик, то есть Зелень контролирует с огромной дистанции я так понимаю, как-то World Did должен будет туда поглядывать. Хотя нет, туда смотрит как раз таки и Киндер. Ну и сейчас будет контакт против зелени Ну и киндера. У Ворлда Дита, возможно, тоже контакт будет на сотне в ближайшее время Непонятно, кто первым номером будет выходить Начинают зашивать, но и киндер прикрывает тиммейта Уже два фрага от него в этом раунде Правда, спину его забирает полт У Дидт работает против двух позиций Отдает тут же мейн на попечение Димасика Но Димасик не смог проконтролить выход соперника А сам Ворлда Дидт погиб Неплохая попытка ворваться от Никельбека Но она не приводит ни к чему хорошему Есть минус от Пейлендера, но остается теперь он один в 2 У Паши ножа, с другой стороны, всего 16 хп Главная проблема у Уэллендера это именно зорта. У Яна нет смока. Но он знает, что там вот за электриком находится оппонент. Молик прилетает к нему прям под ноги. Он уходит на тормоза, но все же продолжает гореть. Так, и тут уже просто в полете его ловит Паша Нож. И раунд остается коллективу. Юник. Ну тут э, просто в очередной раз раунд взяли, следующий проиграли. Но, с другой стороны, теперь у них деньги хотя бы будут на будущее, потому что они, напоминаю прошлое, когда выиграли, выжили пятером. Но тут уж не об экономике нужно заботиться, а о том, чтобы раунды брать. Тут реально нужно брать раунды чуть ли не все оставшиеся, потому что Team Unique в атаке на слабой стороне на трене. Взяли уже большинство раундов. Они выиграли эту половину. Им остается взять столько же в защите, даже если они сейчас все остальные проиграют. Так, Димасик против верх-низа. Крутится, вертится, но пока контакта мы тут не наблюдаем. Ну, просто остается Робин контролировать данную позицию. Даже не стал чекать, прыгать, ничего кидать. Тоже не стал. Тиммейты проходят постепенно. Также под точку Б есть контакт против Уэйлендера. Отгоняет его с позиции. Все, не обязательно прямо сейчас выходить. Можно подождать. Сейчас в любом случае туда перетянется еще один игрок. Они понимают, что это должен быть, по идее, снайпер. Но на этот раз перетянулся Никельбэк. Ну и под жесткую раскидку нужно будет выходить. А вот и снайпер. Вот у World Did пожаловал. 3Б. Играют просто. И это должна быть жесткая приемка. Фени немного достается. Никельбек в упоре. Забирает Пашу ножа, выпадает бомба. Тут же Феня. Робин падает. Зорт и также отваливается. Остается только полт один в 5. у него 50 секунд для того, чтобы пойти и найти смерть любую на свой выбор. Потому что о взятии раунда здесь особо речи не идет. Ему за 40 секунд нужно забрать пятерых. Ну, либо же поставить бомбу и не дать ее раздефузить против пятерых. Понятное дело, что этого не происходит. World Edith дает все-таки свои два фрага. Это третий для простого. Они в очередной раз выигрывают раунд, никого не потеряв. Как это происходит? Ну и вот отстрел от World Dita. Последний флик. Он там уже буквально там прям зацепил оппонента в последнюю долю секунды до того, как кто-то ушел за стеночку. Так, ну и АВП Зорта, Тиммейты на калашах и только одна СГ для Робина. Вообще, на самом деле, мне кажется, тиминик э, зря пренебрегают данным девайсом. Не так часто мы от них его видим, а все-таки стоит. Это, конечно. Девайс, который сейчас удостаивается большого количества хейта И не просто так Действительно, геймплей КС Очень сильно в плохую сторону изменился Тут не самый удачный рамбуст, голуби улетели Все понимает и киндер, и идет искать соперника Но, видимо, зря, хотя нет, подцепил зорта И даже второго может забрать, если тот Попытается выйти на размен Так, перестраивается, за спиной, напоминаю, есть еще один снайпер Это Борлдедит, ну тут ему прилетает Просто по голове, Борлдедит не успевает забрать феню И остаются пока 4 в 4 Так вот но все-таки СГ сейчас поменяла стиль игры. Э, вообще в целом. На большинстве карт в CS. И. Ну, наверное, все-таки эта мета построилась не зря большинством команд. Вот эти вот дистанционные перестрелки, открытие на ноге плентов с этих СГ-шек. Это довольно серьезные такие заявки на успех в атаке. Хотя, с другой стороны, в принципе, у них все получается. Есть минус по никельбеку. Остается в меньшинстве, просто. Так, World видел в мейне игрока. Выстрели, понятное дело, не успевал по там, вот, пролетающему на скорости света оппоненту, но информация как минимум собрана. Ну и проходит в очередной раз под Б. Тименик. Нашли вот для себя такую слабую сторону, слабую точку соперника. Юник а, частенько на Б заглядывает. И не сказать, что Уэйлендер здесь там как-то плох. Нет, просто сложно одному держать точку Б. Слышали? Сто процентов слышали Димасика. Робин не мог ему не услышать. Была информация, что Димасик поднялся, но и остается только, не знаю, как-то подсейвить. Хотя, видимо, идут на ретейк просто. Ну да, тут, в принципе, деньги будут на будущее, поэтому можно было бы пытаться. Вышел Димасик, никого забрать не смог, Фени его моментально дезинтегрировал, дал 3 минуса за раунд и все. World уходит на сейв АВП. А это уже девятый для Team Unique. Честно признаюсь, я не очень люблю вот такие э, одноколиточные, во-первых, э, половины. Я еще не говорю карты, но пока все идет в сторону Team Unique. Ну и плюс я не люблю, когда э, огромные серии забирает именно атака. Ну, то есть, это свидетельствует о том, что у защиты есть огромные проблемы. Чаще мне нравятся, как раз-таки, когда команды размениваются там сериями из раундов. Тут атака берет один, в ответ два берут защита, потом еще какие-то размены. И это как раз-таки там видна постепенная работа коллективов друг друга. Где-то напрягают, изучают и все прочее. здесь у просто пока не получается изучить соперника, как-то подстроиться под них. 3, М4, 2 АВП у Просто. Ну, тут понятное дело, что Авик для Зорты. Молик, кстати, полетел против Екиндера. И Зорты его просто состриг. Авик не реализован. То есть вот эти там 5 с лишним тысяч, которые были сейчас на Екиндере, просто канули в лету. На точке Б остался Уэйлендер, и продавить его такой толпой для Тимюник не должно быть проблемой. Никто не пришел к Уэйлендеру. Понятное дело, что расчет на то, что ну мало ли, они развернутся после три фрага. Тут Уэйлендер собирает информацию и собирает фраги. Минус полт, не стал спрыгивать. 4 в 4. Но при этом, обратите внимание, где находится бомба, Зорты, пока стоит на бусте, ждет, что в очередной раз это залезет на вагон, но второй раз так за половину, наверное, все-таки ошибаться просто не станут. А если и полезут на этот вагон, то только вот прям с прицелом наведенным как раз на позицию, где находится Зорте. Если что, то работает это в обе стороны. Подсаженного игрока тоже можно убрать. 3А по-прежнему от простого, на таймере всего 40 секунд. зажигать на полете он невероятно идеальный тайминг, поймал Уэлл Ну вот как я и говорил, то есть опорник точки Б очень качественный, очень мудрый. Сейчас тайминг поймал, то есть троих забрал, и бомбу тут выбили тиммейты и забрали в итоге Пашу Ножа под конец раунда. То есть тут все четко, но не всегда получается это сделать. Один игрок может изменить ход раунда, но это конечно происходит довольно редко в кейсе. Предпоследний раунд половины. АВП для World Dita второго авика. Но просто мы не видим, мы, скорее всего, в этой половине уже не увидим. Хотя, у World Dita есть 4350. Если все хорошо будет под конец этого раунда, то почему бы и нет. А тут вот Паша Нож играет с диглом, остальные на автоматических винтовках без авика теперь играет атака. И при этом они, как мы видим, с уклоном на зелень действуют моментально. Минус от Зорта и Киндер Пал. Я оставил свою позицию на попечении теперь же World Dita, который с ВП тут работает. Моменталочка. World Edita стреляет, отходит. Ну и зажигательно прилетает против зелени. Но World Edita сложно будет держать данную позицию. Он старается найти минус. Но вот тут на самом деле он уже глубоко пошел, попал по оппоненту, но не стали выходить моментально. Попытку разменяться, а вот это зря. А вот это зря. Отпустили сейчас Георга, и он вполне вероятно может в будущем навести шороху на карте. И вы посмотрите, как играет сейчас Эндер на точке Б. Он просто стрейфится там, на вагоне, на зигзаге. Но сейчас он свою позицию поменял. Просто играл на дистанции для того, чтобы в случае выхода на точку А моментально помочь тиммейтам. Три зелима по-прежнему от атаки. World D действительно хочет найти здесь фраг. То есть он знает, что попал по сопернику, он знает, что тот битый. Даже если он не красный, то, ну, как минимум половину здоровья там прострелом он ему снял. Да мы с вами знаем, что соперник у него красным остался. Какой жесткий минус от Фени. World Did не успел даже отреагировать на этот выход. Не остается просто втроем. Минус от Никель Никельбека. Но Фени был красным. Как, например, Зорта. Его тоже может Никель забрать. Но он работает против двух позиций единовременно. И фраг дать не смог. Правда, Уилл нашел полта. Теперь уже 2 в 3. Остается просто. Отличный минус от Робина. И не стал просто стрелять свой своего понимая, что у его команды большинство. Нет необходимости сейчас лезть в эти перестрелки. До бомбу должен будет доходить. Уиллендер. выжигает позицию как раз-таки на той самой бомбе. Но Паша нож уже на девятке. и с этой девятки снять Уиллендера его будет довольно сложно. Проходит. За зеленым говорит. Паша нож и добирает сам своего оппонента. Два фрага от Паши. И это десятый для Тим Юник безукоризненная первая половина. Да, она, конечно, не как в Mortal Kombat Flawless, вот эта чистая, сухая. Но в атаке взять 10, а то и 11, кто его знает. Это овер много. Но точка в этой половине еще не поставлена. А вы победим World Dita. Штурмовые винтовки на трех тиммейтах, ну и Лендер с диглом. Он один под Б с диглом. Жестко. Если бы знали Тимюник, они бы его уже задавили давно. Так, Димасик выцеливает вверх-низ. Но, как мы видели, Тимюник против верх-низа играют достаточно осторожно. Либо же вообще не играют в нем. Тут э, очередной антрифраг от Паши Ножа. Огромное количество энтрифрагов дают именно Тим Юник. Но Димасик разменивается по двум игрокам. Почти забирает еще одного, но тут все-таки три фрага просто э, следует от трех игроков Юник. Тут же падает Уэллендер, который с Диглом, конечно же, имел слишком мало шансов. И 11-4 заканчивается половина. Это раздрай. У меня просто нет слов. Да это еще, конечно, не ГГ на трейне. Понятно, что камбэки бывали и после 15-0. Но все же. Вот серия повторов с первой половины. И киллов-то на самом деле просто 100. красивых давали немало. Там один, там, Трипл килл был от, по-моему, Вейлендер. А, ну да, то есть в приемке точки Б. Там Димасик дабл какой шикарный дал в последнем раунде. Но все-таки дело не только в киллах. Дело как раз-таки в том, насколько ты много раундов берешь. Как там дотеры говорят, что там игра не про убийство, а про снос трона. Вот тут тоже игра не про убийство. Игра про взорванные и невзорванные бомбы. Поэтому, покуда вы остаетесь в меньшинстве, то тут, да уж, взять раунд невозможно. Хотя и такое бывало в рамках этой половины. Но с другой стороны, просто сейчас будут переходить за атаку. И тут, возможно, они как-то поменяют как раз таки подход к темпу данной карты. И как сами Team Unique будут, возможно, быстро соперника давить, так что те не смогут на это грамотно реагировать. Смотрим за баем. Это 2 по 250, которые я дропнул Якиндра. Сам закупил себе флешку. Ну и под точку Б пока следует большая часть команды просто за исключением Никеля, который находит минус на зелени. Энтри фраг на этом пистолетном раунде. Команде просто был ой-ой-ой, как нужен. И ой-ой-ой, какой коэффициент. Правда, есть размен тут же от Робина. Находит он никеля. Ваша нож. Говорит, ребята, я что-то чую. И уже 3Б от Team Unique. Ну, тут курсирует пол, правда, между плантами. И вверх выходят целых три игрока. Атаки есть минус от Зорта. Продолжает нашивать. Тут же тиммейт подключится. Полт находит минус по Уорлд и Ну и все, вдвоем остается просто четверых игроков обороны. Паша Нож не смог найти минус, но главное, что жив остался. Димасик и Киндер. И Киндер остается красным. У них буквально сотка хп на двоих. Их по всей карте. Точнее, по всему планту Б. Начинают отстреливать. А Робин забирает и Киндра Димасик, конечно, разменивается. Но нужно было давать еще три фрага. Чего сделать, конечно же, он не смог. Это физически было нереально, когда его по всем направлениям давят. Это 12 для Тимюник. Тут... А... Ну, тут, да, форс. Все-таки бомба стояла. Еще тоже такое, что ну, особо нет возможности у тебя поэкономить. Придется форсить и пытаться выкарабкиваться. Смогут ли просто вернуться, ребят? Вот вы как думаете? Честно говоря, не думаю, что смогут. Вопрос другой. Смогут ли просто забрать оверпасс... Я думаю, вполне. Я думаю, вот 50 на 50 на оверпассе, несмотря на то, что на трене сейчас ничего не получается просто. Ну, прям вообще ничего не получается. А вот оверпасс — это дело довольно рандомное между этими двумя командами, как по мне. Хотя просто он на нем выглядит э, вроде как бы и посерьезнее, да? То есть у них оверпасс на одном из первых мест по количеству сыгранных карт, неплохой винрейт, там под 60%. процентов что будем смотреть, конечно. А пока зелень проходит просто. Во главе коллектива идет World Dead. У него СГ на руках, есть армор. Даже с каской. Зорта пока с вагона играет. не у него за спиной. Смоком закрыл зелень. И по хорошему таймингу он это сделал. Потому что просто готовы были уже действовать. Хае прилетает. И у Никеля остается только 50 хп. Так, ну, на таймере остается всего 45 секунд. Атака скопилась вокруг точки А. Смоком закрывают позицию Фенни, но ему ничто не мешает в этот смог пройти. Вообще ничто не мешает, но информация от тиммейтов смог выйти. Робин находит минус. Вместе с Зорта они оформляют фраг по Бору Диту. Также еще парочка от Фенни Робина падает. Также Уэйлендер, который успел найти только один минус. И Киндер отвечает, но оставшийся один в 4, один в 3. И в очередной раз, как и на пистолетном раунде было с Димасиком, шансов имеешь немного. Это 13-й. Вполне вероятно, и 14-й. Просто бомбу не поставили, поэтому форса мы, скорее всего, не увидим. Да, появляется буквально там 3 дигла по 250 в количестве 2 единицы. Ну и флешка на никельбеке. Ну, два армора. Димасик и киндер. Посмотрим. Димасики Киндер всегда находит себе деньги на то, чтобы купить армор. Тоже вот такая забавная история, что на первой половине, что на второй, вот на таких экономических раундах, у них армора частенько присутствует. Энтрифраг тем временем от Зорта, можно отойти, ему дает соперник такую возможность. Было время, да но и по-прежнему есть. Но, понятное дело, что он об этом не знает. Ну и вот тем временем просел у оборону только как раз таки тот самый Зорте. Паша нож находит минус по Екиндеру. И вот уже втроем остались просто. И арморта -то только у Димасика. Так что в случае подбора девайса, именно Димасик мог бы с ним сыграть. Полту очень жестко прилетает от Дита. И Георгий практически добирает оппонента. Но Полту приходит тиммейт. И тут пока ни одного фрага от просто ни единого минуса. Ну и Никель слышит там, как бегает кто соперников, пытается его найти, но это Робин, он фуловый, единственный фуловый игрок Тиминик. Получает по голове от никельбэка И это МП-9, с которого никель может сейчас денег подзаработать М -м -м -м. Ну, Пока куда-то в сторону точки Б следует Возле Ладра прыгает, пытается найти минус Это откуда вообще бывает? Это со спины Он даже сам первое время не понял Ну все, пришел на Б, а тут уже понятное дело, что у соперника есть информация Пытался развернуться, и тут его в легкий пируэт Бэкфлип отправляет Зорта. И 14-4. АВП ворудит тиммейты на калашах, но если в защите отсутствие армора может не стать такой большой проблемой, ты можешь где-то выбрать для себя позицию более-менее комфортную, то есть именно ты диктуешь условия там, как ты будешь стреляться. То в атаке ты открываешься с определенных позиций. То есть из сотни, с зелени. Где-то под бетом, например, ну, грубо говоря, перестреливаешься на котлах. И там уже даже МК может тебя очень быстро казнить. Вантап в голову, все. А, ну, там уж оборона, понятное дело, может на тебя выйти более-менее готовой. Вот, ворот где на зелени. Я не буду удивлен, если ему прилетит с первой же от, например, Фени. Но пока Феня отправляет только смог. Так, Димасика подсадили. За дымом он никого не найдет вообще. Неплохая попытка. Проходит и киндер пока глубже. Феня моментально его казнит. Ну вот вышел из тумана и тут уже... Феня поймал идеальный тайминг, видел буст, понимает, что там еще один игрок должен быть, помимо того, которого забустили, но World Dead казнит Феню. Есть информация теперь о наличии АВП и его присутствии именно на зелени. Ну и особое внимание этой позиции сейчас будет уделять Паша Нож со своим МП-9. И, кстати говоря, в очередной раз можно отметить, что МП-9 против безарморного соперника — это отличный выбор. Плюс тут еще и Димасик, который тоже не имеет каски, которого тоже можно ваншотнуть с МП-шки. Робин находит минус. Паша не справляется. Но Робин зато справляется с Димасиком. Далее World открывается зелень. Уэйлендер будет выходить из сотни. Уорлд Edit пока фрага не нашел, но Робин действует как раз таки с вагона. Патроны заканчиваются, там должен быть минус. В итоге от Вейлендера казнит Робина. 17 секунд остается на таймере, но этот полк просто не пропустит своего соперника через зеленку. 15-4. Ну и это пока... Пока похороны. Жестко тут, конечно. Поймал тайминг, Феня. А может быть что-то слышал. Далеком картину от лица всех игроков увидеть тяжело. Так, пара калашей, 3 СГ. И из гранат только один смок и одна флешка. Просто смок уже полетел, и осталась одна флешка. Все. Это все, что есть. Просто. Жесткий выход тут вот от Екиндера. Пытается действовать первым номером. Первым номером и погибает. Тогда есть размен. Ну и на этот размен тоже свой фраг доходит. Зорты. И остаются уже втроем просто. Димасику не дали выйти, как раз таки, тиммейтам помочь из-за апдауну. Uh, Туда прилетел огонек. Но и остается в меньшинстве простой, даже при том, что полд красный. Э, Все-таки Тим и ник могут свои позиции избрать таким образом, чтобы это не стало для них трудностью какой-то. Минус Димасик. Все, Никель, Бек, и Уорлд остались вдвоем. Ну и продвигаются пока под Б. Вот говоря о красном игроке, пол сидит закрыто просто на информацию под Б. Покуда вы 4 в 2, допустим, не ставят бомбу на, возможно, последнем раунде карты. Мы придем и выбьем ее в вчетвером, под размен просто сыграем. Здесь вообще не нужно стреляться в приемки плента. Это... В этом нет необходимости, но если стреляться, то толпой прям. Вот Пашанож, правда, вышел на перестрелке, мог погибнуть, но не удалось его поймать, там Никельбек не попал. Хотя вот Пашанож забрал Дита, дальше уже Зорте забрал Никельбека 16-4. Абсолютная доминация Тим Юник. Я же вам, друзья, напомню, что от Вудбета сейчас проходит уникальный ладер. Невероятный. Можно выиграть до 10 тысяч евро и кучу призов от Вудбета. Производство компании Apple, там и iPhone и прочее. Поэтому проходите по баннеру по трансляции и прыгайте, если что, в... по ссылке в чате. Действительно крутейшие призы, невероятный ладер. А все, что нужно, делать ставки. Что, в принципе, вы и так делаете.